Ребята, всем привет! Меня зовут Настя, я рада приветствовать вас на своем канале. Этот влог будет о моей жизни и вообще, в принципе, как я провожу свое лето. Сегодня у нас суббота, и у нас в городе праздник, это День города. День обещает быть очень насыщенным, будет очень много мероприятий. И как раз сейчас я собираюсь на праздник и беру вас с собой. Доброе утро! Вчера отлично провела день. Допоздна гуляли. День завершился фейерверком, как вы видели. Вот, сейчас хочу быстренько вам показать новые покупки, которые сделала буквально вот на днях. Их в последнее время накопилось слишком много, потому что уже начинаю подготовку к учебному процессу, к учебному году. Вот, но вся канцелярия и одежда в школу будет в отдельном видео. А сейчас покажу так покупочки, которые к школе никак не относятся. Я тут захотела купить себе тапочки. И мне кажется, я купила их слишком много. Потому что я купила себе одну пару вот таких. И вторую пару вот таких тапочек. Распаковку можете посмотреть на моем канале. Я выставляла ее в шортс. Вот, потом я купила себе бутылочку, даже еще ей не пользовалась, вот, для воды. Вообще, в принципе, я огромный любитель коллекционировать такие всякие мелочи, всякие бутылочки. Вот она очень милая, мне она очень понравилась. Так, что у нас еще есть? Заказывала себе стекла на Валберисе для телефона, типа защитные. Вот, одно уже на моем телефоне, потому что мое старое было максимально побитое. Тут их было 3 в наборчике, получается, осталось 2. Вот, еще я заказала себе набор вот таких ободочков. Тут их 6 штук получается. Я просто влюбилась в ободки после моего выпускного, поэтому заказала себе еще. Вот тот я покупала в магазине, эти все покупки я заказывала через интернет. Все шуршит. Так, тут все ободочки разные, мне так нравится их так складывать. Вот, обычный синенький. Тут синих 2, кстати. Сейчас покажу вам. Ну вот есть тоненький, есть более толстый. Вот они. Потом вот такой интересный с ромашками получается. Вот этим мне больше всех понравился. Вот этот с жемчужинками получается мне тоже очень нравится, как и с ромашками. Они прям два моих фаворита. Вот, потом из ободков есть такой и такой. Из последних покупок могу показать вам еще книгу. Я в одном из прошлых последних видео, по-моему, показывала вам вот эту книгу «Сад сломленных душ». А мне она прям очень понравилась. Я ее советую вам к прочтению. Заказала я вторую часть. Вот она. Я начала ее читать, но пока от нее не в восторге. То есть вот первая прям отлично. Про вторую пока, к сожалению, ничего не могу вам сказать. Сейчас буду собираться на занятия. У меня сегодня первое пробное занятие по большому теннису. Я не знаю, понравится мне это или нет. Я вам сегодня все расскажу, покажу. Ну а сейчас буду собираться. Ну что, я закончила. Сейчас иду домой и чуть позже вам расскажу, как все прошло. Ну что, ребята, я дома. Сходила в душ, переоделась. Давайте расскажу, как прошла тренировка. И вообще, ну, само занятие. Мне попался очень классный тренер, и вообще, в принципе, заниматься этим спортом мне очень понравилось.
Но, к сожалению, продолжать пока на данный момент не получится, потому что группа моего возраста занимается в понедельник, среду и пятницу в 10 часов утра. А я в это время учусь в школе, поэтому пока на данный момент заниматься там я не буду. Вот, ну а сам спорт мне очень понравился. Сейчас на улице наконец-то потеплело. Думаю, пойду погуляю и зайду куда-нибудь перекусить. Ну что, ребятки, это утро нового дня. Сейчас я со своей семьей буду собираться в торговый центр. На улице, как и вчера, очень холодно, поэтому буду утепляться и, скорее всего, наверх еще накину куртку. Ну что, ребятки, забежала домой переодеться, потому что на улице потеплело. Сейчас не так холодно, как было утром. Сейчас буду собираться на концерт группы Иванушки. Думаю, многие из вас слышали о такой. Не знаю, удастся ли мне что-нибудь вам поснимать, потому что думаю, что народу будет много, но я постараюсь. Ребята, я дома. Вечер провела просто отлично. Погуляли по городу. Концерт прошел просто замечательно. Танцевали, попели. А сейчас уже очень-очень поздно. Буду ложиться спать. Хочу сказать вам спасибо за просмотр этого влога. Всем пока-пока.